Здравствуйте, Борис. Расскажите немного об истории УЗИ-сканеров Alpinion. Добрый день. Компания Alpinion образована в 2006 году, является структурным подразделением крупнейшего корейского холдинга LG. Компания изначально начала заниматься диагностическим ультразвуковым оборудованием, начала с выпуска ультразвуковых датчиков. В 2008 году компания выпустила первый диагностический УЗИ-аппарат Alpinion Cube 9, но уже в 2010 выпустила полную линейку оборудования. На сегодняшний день представлен ряд стационарных и портативных аппаратов. Борис, скажите, что за сканеры сегодня представлены на вашем стенде? Вся линейка Alpinion насчитывает 5 аппаратов. 4 из них стационарные, 1 портативный. А стационарные аппараты – это аппарат Alpinion Cube 7, Cube 9 и Cube 15. Разного класса, разных возможностей и технологической, так скажем, начинки. И портативный аппарат Alpinion Cube Inna. Какой из этих аппаратов пользуется наибольшим спросом у специалистов? Наибольшим спросом на сегодняшний день на рынке пользуются аппараты премиум-класса и экспертного класса. Среди линейки Alpinion это аппараты Cube 9 премиум-класса и аппараты Cube 15 экспертные. Ну и несколько советов специалистам при выборе УЗИ-сканера. Я бы рекомендовал обращать внимание на датчики, используемые в оборудовании, на такие технологии, как монокристаллические и матричные. На сегодняшний день программное обеспечение, использующееся в ультразвуковых аппаратах, уже начинает исчерпывать свои возможности, и поэтому для улучшения визуализации, получения наиболее достоверных диагностических данных, используются именно структурные возможности самих датчиков. Собственно, такие датчики есть у компании Alpinion, и мы можем предложить довольно широкий их выбор. Расскажите немного подробнее о датчиках, которые может предложить компания Alpinion. Компания Alpinion впервые на мировом рынке может предложить монокристаллические датчики в системах премиум-класса и среднего класса. Если у других производителей в системах экспертного класса монокристалл доступен давно, то на премиум-сегменте и среднем сегменте монокристалла не было никогда. Alpinion, собственно, рушит стереотипы и предлагает такие технологии. Помимо этого применяются технологии бесштырьковых коннекторов и гибкого кабеля, что, собственно, обеспечивает большую надежность системы. Спасибо большое, Борис, за интервью. Спасибо вам.